Я Сергеенко Валентина Ивановна. Прошла в мае месяце курс лечения. Вначале я лечилась в инфекционном отделении горбольницы. Заведующая Гаврилова Галина Сергеевна. Врачи Наталья Владимировна и Дарья Юрьевна. Также я еще прошла курс лечения в хирургическом отделении номер 2 БСМП. Заведующий Денис Александрович Лихольд. И лечащий врач Муртуз Абдурахманович Касимов. И хочу поблагодарить всех медсестер и санитарок этого отделения. Потому что они очень нежно обходят. Мы там лежим, все больные. Приходят, и добрые слова, что медсестры говорят добрые слова, что врачи говорят, что санитарочки. И было такое уважение, что принесут, даже вот раздачество, принесет нам в палату еду. Ну, было очень отношение, вот именно, что было как по-домашнему. Мы такие же больные там лежим, немощные. Они нам помогают восстанавливать наше здоровье. Поэтому я до глубины души им благодарна. Спасибо большое. Мой лечащий врач, он профессионально относился ко мне, смотрел, проверял, беспокоился, приходил каждое утро, как ваше самочувствие. Заведующий отделением тоже приходил, спрашивал, как наше самочувствие. Поэтому было очень теплое такое. И вот медсестры, там они приходят, спрашивают, что может нужно, что нужно. Так. Трепетно они относились к нам. Спасибо. Вот они своим добром, чутким руководством нам давали надежду, что мы выздоровеем. Я хочу их поздравить от всего сердца, с большой любовью, с большим уважением. Потому что эти врачи, они приносят пользу, дарят нам надежду. А самое главное, они нам возвращают здоровье. Вот. Но я желаю, чтобы у них было мирное небо над головой, спокойные будни, семейного благополучия. Счастья, крепкого здоровья, сил и всего самого хорошего. Чтобы они, вот как они относились к нам по-матерински, по-отечески, так они пусть и относятся. Дай Бог им всего хорошего, всего самого хорошего. Я до глубины души благодарна им. Спасибо большое за их труд.